Даня? Да, мама. Даня и девушка. У нее силы. Они мне нужны, Даня. И что я должен делать? Тебе нужно познакомиться с ней. Это очень важно. Взять и успокоиться, золото молчание, радио бессонница, станция прощание. Кто кому останется, что? Выпадет монетками. Кто кому достанется, нервами, ты таблетками. За ночными окнами закричит, сломается. Это не считается. И когда она начнет тебе доверять, я заберу все ее силы в себе. Тихая, печальная, я твоя не первая, ты моя случайная. Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, то ты должна мне пообещать, что ты не причинишь ей зла. Покажи, 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 покажи. Привет. Даня? Покажи, 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 покажи мне. Покажи, 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 покажи. Магические силы. Они у меня от моего парня. Твой парень колдун? Ну да, но возьми трубку. Алис, ты плачешь? Даня, что происходит? Я не буду тебе помогать убедить Алис. Его мама ведьма. И ему надо было заполучить твои силы для нее. Что? Даня? Наша встреча, наше знакомство. Прошу, поверь мне. Поверить тебе? Даня, это уже не про нас. Поверь мне, я не врал, когда говорил тебе про свои чувства. Алис, я правда хорошо отношусь к тебе, и ты мне нравишься. Очень. Мы с тобой это уже обсуждаем. Да, Алис, я... Я знаю, что ты его любишь, и я ни на что не поступлю. Я, конечно, не удивлен, но ты и правда волшебный. Ну, раз я волшебная, пока.